Есть ли счастливые люди, которых минуют все страдания? Ну, вы же с людьми встречаетесь в определенной фазе их существования. Вот, и в какой-то фазе человек может быть достаточно долго на коне. Вот. Он обрел собственную местность, что ему страдать. Вот. Другое дело, что сейчас все повороты круче и круче становятся. Но с другой стороны, и возможностей становятся в каком-то смысле больше. Ну, потому что вот мне вот сейчас 46 стукнет, да, значит, вообще старыми деньгами, вот, я вообще, в принципе, уже должен, так сказать, к земле привыкать. Вот. Ну, правда, что тут дальше? Вот. Я военный был бы, там уже можно было 3 раза на пенсию выйти, эти. Только если бы звание высокое еще протянул бы, а так все уже, иди, все, привыкай, грядка, 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 привыкай к земле. Картошку копай, вот, а то лучше укропчик. Картошка тяжело уже тебе, может быть. Вот, да. А я ведь бодрюсь, вот, и так. Больше молодость продлевается, вот, да. Почему я про это вспомнил? А, ну что неплохо бывает. Ну да, все непросто, но бывает хорошо. Вот, и, короче говоря, кто-то может быть уместен в какой-то момент, кто-то может иметь больше навыков к адаптации, легкости адаптации. Если вы посмотрите мою книгу «Счастливый ребенок», я там все время говорю, вообще не учите ребенку ничему, но учите его быть счастливым. Что такое счастливым? Это быть уместным, да? Уметь адаптировать. Что бы ни случилось, не катастрофа, да? Ничего страшного. Я рассказывал эту историю, нет? У меня история была маленькая, и я такой, и она что не творит? Я понимаю все, уронил там все что-то. Я говорю, ничего страшного, ничего страшного. У нас был принцип, мы не плачем, у нас ничего страшного. Ну, что страшного, мы сейчас все решим. И, значит, ей 3 года, наверное, она сидит в этом стуле своем, ну, который пристал у стола, значит, там, торжественно со своим столом, там уже все взрослое совсем. Да, и, значит, и я что-то, и я что-то, я какой-то рассеянный что-то, я, значит, я пытаюсь что-то, и она что-то ей что-то не нравится, она говорит, это я не буду, что-то мы что-то начинаем выяснять, и я, значит, рукой и сбиваю свою тарелку на пол, она там падает, все, и мне ребенок говорит, ничего страшного. Вот. Это работа. Вы что думали? Я что, обещал, что будет легко? Где я обещал? Я никогда такого не говорю.